Масленицу в краевой столице в этом году отпраздновали с большим размахом. Тысячи людей собрались на нескольких городских площадках. Наиболее привлекательными точками для барнаульцев стали парки «Лесная сказка» и «Изумрудный». Настроение прекрасное, праздник хороший, наш русский веселый, задорный, добрый, вселяющий надежды какие-то, поэтому все замечательно. Пришли посмотреть масленицу жечь. А часто ходите? Мы стараемся, да, каждый год. Какие приходить. Эмоции вообще рассчитываете получить? Обновление, масленица сожгли, новое получили. В народных забавах с удовольствием участвовали и дети, и взрослые. Состязались в ловкости, перетягивании каната. Свои конкурсы для гостей праздника подготовил один из ведущих производителей Алтайского края – Барнаульский пивоваренный завод. Нужно взять в одну руку эту упаковку нашего чая, нашего дорогого ай-чая. Да, держите, держите, в одну ручку. Ребята мерились силой и выносливостью между собой, ведь никто не хотел отдавать победу просто так. Вот она, силушка богатырская. Кстати, призы получили все без исключения, а именно упаковки тонизирующего холодного ай-чая всей вкусовой линейки. Я занял второе место, это, конечно, круто, но жаль, что не первое. Но мой друг занял первое место, я за него тоже рад. Масленица, реально классный праздник, здесь устроили такой интересный концерт и конкурсы, я вот выиграл. Реально классные призы, не ожидал, что две упаковки дадут, это круто. Самые маленькие поиграли в ай-чай-боулинг и тоже не остались без подарков, как и гости парка, которые оценили вкус чая по достоинству. Мы сразу на шашлыки, и вот как раз чай пьем. Это новый вкус, я такой не пробовала, мне очень нравится. Нет, вообще чай всегда пьем. Здесь мало калорий, это очень полезно для нас, худеющих. Ну, отличный вкус, насыщенный, вкусный чай. За веселую атмосферу отвечали народные коллективы города, а БПЗ за веселые опросы. Блины напекли? Конечно. Дети помогали? Да. Пытались. Мне не мешать. Помогали, конечно, они вообще у меня умнички. Сколько первых блинов сделали комом? Все съели. Даже те, которые комом? У меня собака просто есть. Основная забава на масленицу? На столб лазить. Да. Доставать призы. А лазили на столб раньше? Раньше лазил. Мы уже 50 да. лет вместе, он по молодости. Какие лазил. Вы хорошие, а? Что провожают? Зиму. А, зимушку, зиму. Давайте, я вам дарю ай-чай, чтобы вы охладились от этих горячих проводов зимы. Спасибо. Завершился праздник по традиции сожжением чучела, а напитки барнаульского пивоваренного завода получили высокие оценки от жителей города за яркий и гармоничный вкус. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.